Всем привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость в Турции» Paradise Alanya. Дорогие зрители, нашел хорошую квартирку недалеко от моря, на стыке района Кестель и Махмутлар. Пирожочек. 2 плюс 1. Под ключ. В среднем этаже проекта, который был сдан 18-19 лет тому назад. Здесь есть большой бассейн, большая территория и ухоженный сад, так скажем. Давайте посмотрим. Море. 250 метров максимум. Вид этот у вас не закроется. Здесь может когда-то что-то немножко построят, пятиэтажное. Но вид на море всегда останется, так как здесь дорога, которая мало используется. По вечерам шума нету. Вот такой проект. Это второй блок. Бассейн находится в том блоке. У нас здесь один большой балкон. Нельзя пользоваться. Запрещено. Я потом вам покажу бассейн и территорию этого проекта. Сейчас что-то покажем. Не буду тамить, сразу квартиру покажу. Сторона западная и северная. Здесь у нас бытовая техника профила. Холодильник Vestel. Телевизор Samsung. Инверторные новые кондиционеры фирмы Beko. Дверь. Одна в спальне, одна в гостиной. Гостиная маленькая, совмещенная с кухней. Жилая площадь полностью здесь 75 квадратных метров. Вот. Еще так покажем. Потолки высокие, 290 сантиметров. Так, здесь у нас прихожая. Лифт есть, работает. Санузел. Стоит накопительная система фирмы Ariston новая, большая, впервые такую вижу. Квадратная, они в основном круглые бывают, прямоугольные. Один санузел. Один большой, то есть одна большая спальня. Здесь был балкон, балкон увеличили. Здесь как минимум 17 или 18 квадратных метров. Стекла двойные. Вид тоже неплохой. Где здесь вид? Вот вид на море из спальни. Вот. Такая вот большая спальня. Кондиционер Beko тоже инверторный. Утюг фирмы Arzum. Но стоит уже 300 лир. Это что? Это туалетная бумага в подарок. Здесь у нас вторая спальня. Где-то здесь 13 квадратных метров. Тоже не маленькая. Yes, of course. Yes. It's very good. Yes. Шлятки. Хорошки, кратилька. Итак. Айдат 150 лир. Я спускаюсь вниз и показываю всю территорию. Цену я когда-нибудь скажу. Значит, вот такой у нас коридорчик. 1, 2, 3, 4 квартиры на этаже. Вызовем лифт. Вот такой лифтик. 3 человека вмещаются сюда. Жмем на левый этаж. Квартира не на крайнем этаже, средний этаж. Вышел я из лифта. Итак. Калитка. Фасад здания. Посмотрим, смогу ли я войти. Зона барбекю тут у нас. Сильный ветер сегодня. Шумит, знаю. Так, переходим в другой блок. И вместе ищем бассейн. Я этот бассейн не видел. Бассейн, ты где? Зато
деревья у нас, апельсины, фрукты. Вот он бассейн. Даже воду не спустили. Не хотят переплачивать. Летом вот так тоже вода останется, будет использоваться. Вот бассейн. Зона барбекю. Цена квартиры 78 тысяч евро. Кто услышал, услышал. Так. Вот бассейн. Так, цена квартиры 78 тысяч евро. Дорогие, есть торг. Звоните, пишите по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. Плюс 90-555-064-91-10. Мистер Агаси вам ответит. Звоните, пишите. Если в Телеграме не отвечу, значит, надо писать в WhatsApp. Я туда редко захожу, день один раз. Короче, всем желаю здоровья. У нас ветер поднялся. Всем пока-пока.